покушать. Это будет сочно. Всем привет, 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 привет. Как дела? Какое настроение? Я выложил новый видос в Инстаграм. Я выложил новое видео в Инстаграм свой. Не хотите посмотреть его случайно? Боли. Делать скрины, да раз, ебаны. Когда пишет человек, это все более ощущенные списки. Обожаю такое настроение. Мне 20 лет. Привет. Я не вижу смысла отвечать на вопрос про татуировки, потому что их задают каждые 5 секунд. И я устану на одно и то же неделю вопрос отвечать. Поэтому я не просто игнорирую. Я думала переезжать, куда мне переехать. Куда вы хотите, чтобы я переехала? Вниз штаны, я обожаю такое настроение. Я у человека 10, вот я сижу, наверное, минут 5, даже меньше, минут 2 сижу, я у человека 10, я правила тебе списки. Лёгать. Ещё больше. Я никого не подписываюсь в перископе. В Инстаграме нет никого. В перископе вообще не подписываюсь. Я кремом мазалась. Ну, не все же такое число поисков у меня, поэтому не все утром. Мне 20 лет, 20. Вот почему вы всех так интересует, ну, какая разница, сколько мне лет? Правда, кого это, зачем, почему это вас волнует, я не понимаю. Вот я захожу просто, чтобы... Я же зашла, просто чтобы пропиарить в Инстаграм, потому что я выложила новое видео, знаете. У меня сейчас нет особого желания с вами разговаривать. Просто я все делаю для Инстаграма. Да никого не подписываю, блядь, то заебали, блядь, пидорас ебаные. Чего всем надо от меня? Просто так сидишь, улыбаешься, а на тебя все, а тебя все смотрит, смотрит, смотрит и смотрит, смотрит и смотрит, прям вот. А ты все добавляешь, что на списке добавляешь, добавляешь и добавляешь. Мне кажется, скоро всех русских добавлю еще на список, и мне будут одни турки смотреть. Ты такой красивый, с бородой. Я русский. Молодец, я сделала. Инста моя написана на трансляции, ребята. Я выложила новое видео. Пожалуйста, заходите, лайкайте, комментируйте. Я только за. Инстаграм мой на всех площадках. Он и у меня в профиле, и название трансляции, везде мой инстахарам.
Я же все для вас, Дина, все для вас, мой хороший. Чтобы вам настроение с утра поднять хоть чуть-чуть, чтобы улыбнулись перед тем, по пути из дома. На работу, по делам, друзьям, чтобы у вас было хорошее настроение. Все благодаря кому? Благодаря вот этому человеку все. Потом я, блядь, душу раскрываю, а мне говорят, покажи, какую-нибудь майку снимешь. Там все не работает, почему он не работает? У меня все работает. Тогда просто заходите в Инстаграм. Просто написано Инста Гвоздкова. А, в смысле, хотите в Инстаграм. Думаю, это не так уж трудно найти меня в Инстаграме. Блядь, сколько же много драчунов-то, пиздец. Ой, сколько я добавляю в черный список, ой, сколько я добавляю, ой, сколько. Все, я могу уходить от вас. Все, как тебе пошло? От вас. Следующую я удалю. Так что, единственное место, где я есть, Инстаграм. Потому что не люблю прископ сидеть, меня бесит это. Здесь не будет никогда в жизни эротики, можешь описываться от меня. Никогда не будет. Никогда. Никогда не буду показывать полный рост, никогда не буду показывать живот, руками до пупка доставать.